день, уважаемые дамы и господа. Рад всех вас приветствовать сегодня здесь у нас в посольстве на традиционной встрече. Встреча, которую мы каждый год посвящаем проводам зимы, встрече весны, то, что называется Масленица. Добрая традиция встречаться по этому случаю здесь, у нас в посольстве. Традиция, которая основана на культурной традиции русской, которая берет начало от языческого праздника, который потом стал праздником православия. Я думаю, вы все уже в курсе дела, не первый раз, большая часть из вас встречается здесь, у нас в посольстве. Я очень рад, что сегодня здесь собрались те, кому русская культура является родной, и те люди, молодые люди, в частности, для многих из которых русская культура является предметом изучения, многие для кого русская культура является любимым делом и профессиональным занятием. Я хочу приветствовать прежде всего молодых людей, школьников, студентов, которые здесь собрались, чтобы вместе с нами отметить этот замечательный праздник. Хотя, конечно, мы немножко отклонились от традиции. В этот раз Масленица закончилась 14 февраля. Мы идем с некоторым опозданием, но я думаю, от этого наша встреча менее радостной не будет. По этому случаю мы также решили чучело Масленицы не сжечь, чтобы на всякий случай не вернулась зима, Бог знает. Мы решили воздержаться и немножко так эту часть сократить. И вместе с тем, я думаю, что наша сегодня художественная часть, которую подготовили молодые участники нашей встречи, она будет достойной, она порадует всех. Очень приятно, что многие номера, многие вещи подготовлены ребятами, которые изучают русский язык. А русский язык – это ключ к русской культуре и замечательный инструмент общения, углубления взаимопонимания между нашими народами. Поэтому я поздравляю всех, кто изучает русский язык, всех, кто сегодня будет выступать. Я хочу всех заранее поблагодарить за то внимание, которое показано нам всем, друг другу и русской культуре. Я также знаю, что сегодня помимо молодых исполнителей совсем будут также и достаточно известные, не только будут юные, но будут и молодые исполнители, уже известные в Чехии, и не только в Чехии, в России, поэтому я также их приветствую искренне. Вот, и, дорогие друзья, я действительно, поскольку мы отмечаем этот праздник, я хочу всех поздравить с приходом весны. Я хочу пожелать всем в этом году, школьникам особо, в этом учебном году и студентам, больших успехов, хороших оценок, а всем нам вместе хорошего, доброго сотрудничества и сегодня хорошего дня, который, надеюсь, всем доставит много радости и много удовольствия.